А вот Евросоюз ввел 9-й пакет санкций в отношении Ирана. Очередные рестрикции официального Брюсселя введены, цитата, «за нарушение прав человека в этой исламской республике». В черный список вошли 7 иранских чиновников, 2 губернатора, прокурор, представители судебной власти и военнослужащие корпуса стражи исламской революции. Въезд в ЕС для них будет закрыт, а их европейские активы будут заблокированы. Все они принимали участие в подавлении народных волнений в этой стране в 2022 году, говорится в постановлении по итогам Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран объединения в Люксембурге. По данным ООН, в результате протестов в Иранской Исламской Республике были убиты более 300 человек.